В Якутии создадут единое образовательное пространство. В него войдут 8 направлений. Сегодня в Якутске прошло ежегодное пленарное совещание работников образования и науки. Участие в нем принял глава Якутии Егор Борисов. Он отметил, что ежегодно на образование из бюджета региона выделяют порядка 16 миллиардов рублей. Поддержка и развитие данной отрасли продолжится и в следующие годы. При этом Борисов призвал учителей быть инициативными, проявлять еще больше интерес к своей работе и плодотворно работать с детьми. Отметим, что в следующем учебном году в регионе введут 38 объектов образования, 8 из которых школы, более чем на 3000 мест. Мы должны обучить, воспитать поколение, которое должно быть конкурентоспособным на мировом уровне. Вот главная задача. Если мы это не поймем, а будем говорить, что вот моя задача заключается, чтобы он с утра пришел и после обеда удачно или успешно прошел тот день, и мы его обучили, и на этом закончили, то, товарищи, мы ничего не добьемся. Сегодня глава республики об этом говорил. Он говорил о том, что, ребята, мы вкладываем очень много денег, и уже не первый год. Давайте думать о том, как это должно отразиться на наших людях, на нашем человеческом капитале, на том, как наши дети будут конкурентоспособными в своей будущей трудовой карьере. Мы точно вот эти два лейтмотива, они будут звучать однозначно в ближайшее время.